И всех приветствую. В этом видеоролике и по названию вы поняли, что я перестану заниматься каналом по Блокстрайку, ну и не только по Блокстрайку, хотя я ими не занимался. И чтобы вы не пугались и не начинали писать то, что я ушел с Ютуба и везде, где только можно, в видосе мы разберем такие вопросы, чтобы вы поняли, почему я решил так сделать и сколько времени я буду пропадать. А если вы так сильно скучаете по такой легенде, как я, то вспомните, что эта легенда сделала скин негатива Блокстрайки год назад. Ну шо? Погнали нахуй! Итак, почему я все-таки решил заморозить канал? Тут тысяча и одна причина, вот главный из них. Я студент, и я синьпень, курсач, у меня не за горами. А также я хочу, чтобы мой учебный год закончился нормально, и чтобы я мог получить скидку перед следующим курсом. А это значит не забивать хер на учебу, но и писать научные статьи, а также ходить на мероприятия. Ох, весело же я как живу. И я устал. Но я не ухожу. Да, я заебался делать анимации, нагружая свой комп часовыми рендерами и лишая себя удовольствия играть в игры, которые требуют, ну, такую уж не слабую мощность. И вы поняли, по моему высказыванию, что Блокстрайк это не единственная игра, в которой я играю в свободное время. Ведь хочется же пройти части Готики, библиотеку Руин, или же начать играть третьего Ведьмака. Да, я не начал в него играть. Так уж вышло, что теперь делать? Следовательно, мне хочется отдохнуть. Вот и все. Теперь главный вопрос, сколько времени мой канал будет в заморозке? 4 месяца. Это включает у меня и семестр плюс сессия, затем каникулы и привыкание к новому расписанию. Но если я вдруг захочу на досуге сделать какой-нибудь видос, то я буду выкладывать после отдыха. Так как некоторые люди возвращаются в Блокстрайк, я думаю, без меня вы переживете на изи. Так как контент-мейкеров много, а вот нормальных все-таки мало. Я вообще себя нормальным контент-мейкером не считаю. И вот я ответил на главный вопрос моего канала. Всем спасибо за просмотр и понимание. С вами был Кононевич. Увидимся через 4 месяца.